мне мой муж будущий, 100 лет назад, который любит меня всю жизнь, говорит: Лялечка, знаешь, говорит, я мечтаю, это еще до рождения дочки, 100 лет назад был, он говорит, чтобы ты лежала на диване, такая хорошенькая вся, и сушила ногти, и говорил, и горючек, не могу ничего делать, ни посуду мыть, ни готовить, ногти, ногти. Посмотрите на мои ногти, посмотрите, как у уборщицы. Потому что убираю, стираю, глажу, готовлю, замораживаю, подписываю, потому что у меня в семье, не могу сказать, болезни нету, да? Они открывают и замирают. Потому что там все. Теперь стала подписывать и клеить. Первый день, первое, второе. Только разогреть, ничего. И мама моя тоже впала вдруг вот в эту прострацию. Я приезжаю, говорю, почему не сель? А где, говорит, это было? Я говорю, у меня там что, катакомбы в холодильнике? Прямо вставлю, я говорю, так, теперь все выстраивайте. Они выстраивают, я открываю холодильник и говорю, внимательно слушаем, подписано все, вот эти судочки, первый день, первый, второй, третий, второй день. Они говорят, ну хорошо. И где те ногти вот это сушить? Где та лялечка на диване, лежащая с красивыми вот такими ногтями? Мои соседки бездельницы так живут, а я нет. Так может быть и вы свои обещали ногти, а сами припахали ее? Да нет.